Всем привет, с вами Redcat, и я наткнулся на магазин типа от Ивангая, и, ну, тут все было, я, короче, типа, проверю, думаю, ну, это, наверное, подделка, захожу на Ивангая, давайте даже я сделаю вот так, скажите, типа, подделка. Короче, нажимаем сюда, да? Нас перекидывают на магазинчик от Ивангая, да? Раньше, пока я им не писал, тут типа был... Сейчас я вам покажу. Вот было вот этого. Первый лайк на видео, до и после. Успей купить, типа, да? Короче, я нашел этого человека. Короче, мой друг с ним связался. Давайте я даже сейчас опять вот для доказательств перезагружу страницу. Вот, все. Ты заказывал рекламу у Вани или он просто так лайкнул? Лол, ну просто так получилось. То есть ты не заказывал с этого магаза? Нет. То есть мы имеем то, что вот этот магазин делает вид то, что он Ивангай. Я не знаю, как они вставили вот тут... У Ивангая ссылку на вот этот магазин. Я... Вдруг это Ивангай тоже всех обманывает, короче. Потом писать. Вот, короче, не знаем. Ваша группа обман. Откуда вы знаете? Я вам скидывал переписку. Вы что, не видели? Ау. Мы знаем... Мы не знаем этого человека. Как не знаете? Вот. Вот. Вы скатились. Фу. Так... Обманываете людей? Что-то вы убрали пост. Боитесь? Мы с моим другом запишем видео, где есть полные доказательства того, что вы обманываете невинных людей. Это просто жесть. Ивангай там. Скатился, все. Можно, наверное, отписываться. Я попробую, конечно, отправить это видео Фостерсу и там Лерою, Катайну. Как получится, короче, ребят. Короче, его группа обманывает. Давайте я вот, допустим, так. Зайдем на Ивангая, да? Пролистаем вот это. Он поставил лайк. Типа поставил лайк. Потом. Тут есть... ВКонтакт его, этого чувака. Давайте добавим друзья, так, и напишем. Привет. Ты за К... Блин. Простите, просто очень тороплюсь. Ты за К... За К... Звал У Иван. Заказывал, да. Блин. Заказывал у... Да почему я тебе... Заказывал у Ивангая лайк на видос. Так, отправим ему. Простите то, что так тороплюсь. И мой друг там немного смеется. И простите, конечно... Простите за качество звука, просто я очень тороплюсь. Давайте подождем немного, я вам скажу, когда все уже будет. Давайте. Все он мне печатает, так. Давайте F5 напишем. Какой F5? Ну F5 давай. Как? А в его группе. Написано, что ты заказывал. А, понятно, короче. Вот так мы с ним хорошие друзья, он просто так поставил. То есть
Его группа, блин, группа не об, короче, ребят, я написал этому человеку, да? Сейчас, давайте сейчас сначала, давайте опять F5 нажму, потому что пруфы лучше всего. Так. Вот, смотрите. Короче, привет, ты заказывал у Ивангая лайк на видос? Я не заказывал. Как? Вот так мы с ним хорошие друзья, он просто так поставил. А в его группе написано то, что ты заказывал. А, ну если он так пиарится, ну ладно. То есть... его группа не обман, вот это, чувак, на 100% не знаю и подтверждать не собираюсь. Смотри, они сказали то, что ты заказывал, вот пруф. Они уже даже пост удалили, я им уже писал. Так, ну короче, да, так, это все видели мы. Ты с Ваней хорошо дружишь? Сейчас он напишет и вернемся. Так, ребят, короче, я перечитал вот эту всю переписку. Я кое-что понял. Они сами признались, что они обман. Ваша группа обман? Откуда вы знаете? То есть, если бы они без... так, что он написал? Кто? Кто что? Так, давайте так сделаем. Смотрите, ваша группа обман? Откуда вы знаете? То есть они напрямую говорят то, что мы типа обман, да, но откуда вы знаете? Если бы они написали, допустим, с восклицательным, либо просто с точкой, тогда было бы правдивее то, что ли. Смотрите, ваша группа обман, откуда вы знаете? Так. Да я шучу, но как бы я ему скинул ссылку, как только залил мульт, и он отреагировал сразу и поставил лайк на этом все скололо. Сделаю еще мультик, постараюсь с ним связаться. Скоро. Так, ребят, сейчас подождите. Ладно, то есть он шутит, то что... Он просто скинул ему ссылку. Короче, ребят, это видео вышло на 8 минут. Я постараюсь ему скинуть это видео. Каким бы... Короче, я постараюсь с ними связаться. И всем удачи, всем пока. Я, короче, свяжусь с Ваней. С Ивангаем. Короче, всем удачи, всем пока.